Мой первый день в новой школе. Интересно, каким он будет? Надеюсь, все пройдет нормально. Все нормально, Витя! Ты колесо! Не трожь струк! Не трожь Эрику! Ай, волосы! Надо было раньше думать! Не кусайся! Твою... Что здесь происходит, нам стоять? Это не мы, это все Эрика! Мы ее долбанутая подружка! Чего, что ты сказала? Я стеком сиди! Молчать! Быстро все в мой кабинет! Тишина! Шок-контент. Это, походу, мои одноклассницы. Ладно, познакомлюсь с ними чуть позже. Дождусь, пока напряжение спадет. А это, походу, мой новый класс. Прикол. Привет. Ты чего молчишь? Привет. Простите, но с незнакомцами я не общаюсь. Меня так родители учили. С незнакомцами? А, ну так давай познакомимся. Меня Ваня зовут. Или Иван. Как удобно. А ты хороший человек? Не знаю, наверное. А как определить? Ну, а ты когда мимо собаки проходишь, она лает на тебя или нет? Да вроде бы нет. Фух, значит, все-таки хороший. Я Катя Матюха. Очень приятно. Взаимно. А это что, камера? Она настоящая? Угу, она самая. Я это, блогер, начинающий. Классно. Я тоже когда-то хотела стать блогером, но что-то как-то не получилось. Да это же просто. Берешь камеру, включаешь и снимаешь все, что видишь. Не разговаривайте со мной! Там снова какой-то замес. Я не поняла, ты что, сейчас пытаешься нас напугать? Да кому вы нужны? Просто не лезьте ко мне, а то... А то что? Мы тебя не боимся, ясно? Пойдем, Диана, а то тут как-то... Душно! Полегче! Фу, какие они мерзкие! Ай! Что такое? Да она мне за руку укусила, теперь болит! Привет, девчонки! Сейчас я тебе помогу. На, держи, обработай. А это тебе, красотка. Спасибо. Привет, а ты кто? Я Ваня, ваш одноклассник, походу. Я Виолетта, это Эрика. Виолетта, помоги! Всем привет! Маш, привет! Привет, а мы вообще знакомы? И что здесь происходит? Ну, можно сказать, что знакомы. Мне о тебе так много чего рассказывали. А у нас тут ЧП. Сестры Фокс Эрику покусали. Чего? Что за... Они что, уже вообще того? Они у меня тетрадку с рюкзака вытащили. Видите ли, домашку не успели сделать. На крысу списать хотели? Ну, типа того. Ай, больно. Может, в медпункт сходим? Да забей. Пошли лучше в буфет. Окей, Маш, ты с нами? Нет, спасибо. Ну, окей, чего? Ты сама. Можно пройти? Ой, да, конечно, извини. Привет, Катя. Маш, это камера. Он блогер. Маш, я так тебя рад видеть вживую. А вы знакомы? Твой бывший, да? Нет, это не мой бывший. А, нынешний? Ну, тогда я вас поздравляю. Желаю там, чтобы вы не ссорились. Катя, остановись. Я его впервые вижу. А, да? Девочки, если что, я здесь. Я все слышу. Короче, у нас есть идея, как проучить сестричек Фокс. Нужна ваша помощь. Я с радостью. А что за план? Сейчас расскажу. Посторонних просьба покинуть помещение. Эй, я же ваш одноклассник. На самом интересном месте. Надо узнать, как дела у директора. Как вкусно. Все, достаточно. Простите, я не хотел вам мешать, и уж тем более портить вам обед. Ты кто такой? Я Ваня, с сегодняшнего дня учусь здесь. Может, помните, я несколько дней назад с родителями к вам приходил? Не помню. А ты что, фотограф? Не-а, видеоблогер, начинающий. А, видеоблогер.
Ты что, видео записывал? Угу. Все время? Как только зашел сюда? И сейчас тоже записываю. Ты это, того, прекращай! Быстро отдай мне камеру! Медленно отпусти! Девочки, помогите мне. Каким образом? Пока. Не знаю, есть какая-то швабра, веник. Должником. Простите, но вы меня вынудили это сделать. Я не хотел, честно. Сюда нельзя. То есть дверь заклинила. Кать, это я. Открой, пожалуйста. У меня нет знакомых с именем я. Да блин, Ваня это. Будете знать, я хочу вещи. И унижать людей. Пугаюсь, директрисой. Это вам урок, девочки. Только попробуй им помочь. Окажешься там же. А меня не обманули. Машка реально крутая. Откройте, отпустите! Что вы творите? Ребят, как вы считаете, не слишком ли мы жестко с сестрами Фокс, а? Но они просто реально достали. Как вам стать новым мальчиком? Пишите свое мнение в комментариях. Помните, я все читаю от начала и до конца. Также не забывайте подписываться на канал и ставьте лайки. Я вас люблю!